Если вы находитесь по уходу за престарелым человеком, значит, вы получаете, я так думаю, что пособие в размере 1200 рублей, которое назначается пенсионным фондом. Вам надо будет взять справку в пенсионном фонде, что это пособие назначено. Почему мы не сможем учесть это в автоматическом режиме? Потому что это пособие выплачивается к пенсии обслуживаемого, и, соответственно, нам проблематично определить лицо, которое осуществляет этот уход. В пенсионном фонде возьмите справку, что вы получаете пособие в размере таком-то по уходу за таким-то гражданином. Все. Еще один вопрос, можно? Да. У меня муж работает электриком, вот, но еще учится индивидуальным предпринимателем. Какие он должен документы представить? У него движения нет никакого. Если у него движения нет, он в любом случае должен представить свою тетрадь учета доходов и расходов, которую он сам же своей печатью и заверяет. Плюс к тому, по месту основной работы он должен предоставить сведения о начисленной заработной плате за последние 6 месяцев. Спасибо большое. Пожалуйста.